пересадка азалии в домашних условиях после покупки. Купили азалию маленькой, а теперь выросла настоящая красавица, которая нуждается в новом горшке. Нужно ли пересаживать азалию после покупки? Нет, если растение цветет, да и проблем не возникало. Лучшее время для пересадки азалии после окончания цветения, либо если возникла потребность обновить корневую систему, предоставив больше места для роста. Почему не цветет азалия комнатная, раньше писали на сайте TNCinfo. Уход после покупки плюс подготовка к пересадке. Убедитесь, что азалия здорова, проверьте на наличие вредителей, поливайте умеренно, пока не определите, какой грунт в горшке. Поставьте под рассеянный свет. Сведите к минимуму тяжелые подкормки. Здоровое растение подготавливает пересадки, обновляя землю, меняя горшок. Для начала сократите полив до нескольких раз в 3 дня, немного подсушив землю, но старайтесь не загубить растение. Исключением будет пересушенная азалия. Такому растению воду добавляют пару капель эпина, чтобы реанимировать. Поэтапная пересадка азалии в домашних условиях. Первое. Просушенное растение переместите в подготовленный тазик. Частично очистите от остатков земли. Второе. Осмотрите корни. Нужна ли обрезка поврежденных участков? Третье. Обработайте места срезов корневином. Препарат снимает стресс и одновременно укрепит корни. Четвертое. Пересадите в свежую землю. Присыпьте по краям субстратом. Пятое. Хорошо укрепите прикорневую зону. Состав земли для пересадки азалии. В равных частях перегной, дерн, листовая земля, пропаренный песок и торф, а также добавить 5 частей хвойной земли. Получится рыхлая почвенная смесь. Если хотите, чтобы азалия дольше сохраняла влагу и знаете, как ухаживать за растением, задерживающим влагу, то добавьте кусочки мха сфагнума. Горшок для азалии. Выбирайте сразу в магазине, покупая на несколько сантиметров в диаметре больше, чем старый, в котором сидит. Желательно выбрать из пластика или керамический, но подойдет и глиняный. Как работать с этим материалом? Чтобы глина интенсивно не вытягивала влагу из почвенной смеси, как раз нужно добавить мох сфагнум субстрат, либо использовать глазурованный изнутри горшок. Хорошо уплотните грунт азалии, немного пролейте водой, если сильно осел, добавьте еще земли, а затем потряхлите верхнюю часть. Важно не заливать азалию сразу после пересадки, а немного промочить водой. Остатки воды из поддона обязательно сливать. Соблюдать баланс влаги в почвенной смеси, не перенасыщать водой и не просушивать до основания. Читайте: азалия засохла, как спасти? На случай, если корни подгнивают, триходермин, затем пересадка, обработка корней при корневой шейке. Полноценный уход начинается со второй недели после пересадки азалии в домашних условиях. При первых поливах добавлять пару капель эпина, чтобы убрать стресс. Подкормка азалии начинается лишь через полмесяца после пересадки. Где поставить? Под рассеянные лучи, в сухом и теплом месте, при температуре от 10 до 17 градусов. Пишите в комментариях о вашей пересадке азалии в домашних условиях. Меняли ли горшок сразу после покупки?